Всероссийская праздничная акция в честь Международного женского дня прошла и в Рассказово. Сотрудники поздравляли женщин-автолюбительниц, которые сидят за рулем транспортного средства. Каждый подарили памятный сувенир. На центральной площади города обосновались сотрудники ГИБДД. Но не для того, чтобы выписывать штраф. А наоборот, в этот праздничный день сотрудники говорили одни комплименты. В Международный женский день, 8 марта, сотрудники дорожно-патрульной службы вручили всем автоледи цветы и памятные открытки. Да, это проходит всероссийская акция «Цветочный патруль». По всей России от Калининграда и до Владивостока сотрудники патрульно-постовой службы дарили женщинам в день 8 марта цветы и открытки. Как выразились представительницы женского пола, в обычные будни сотрудники не столь приветливы, как сегодня. Все в порядке у вас? Да. Давайте отойдем к той же части. Анастасия Дмитриевна, поздравляем вас с праздником. Семенным. Днем женским. Вот. Удачи вам на дорогах. Счастья, здоровья. Вот. Все самое наилучшее. Спасибо большое. Первый раз такой приятный остановка. Зеленый свет вам всегда. Да, да. Поменьше остановок вам. Поменьше вам правонарушений. Чтобы были на дороге предельно внимательны. Сохранять свою жизнь. Сохранности. С праздником вас. Безусловно, всем женщинам было приятно получать подарки. Такие поздравления каждый воспринимал по-своему. Кто-то счел это как напоминание о правилах дорожного движения, некоторые автоледи как внимание от сотрудников. А в целом эта акция говорит, что все же к женскому полу надо быть более лояльными. Ведь у женщин всегда много дел, и по статистике аварий с женщиной за рулем гораздо меньше, чем у мужчин. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово.